Для приготовления запеченного карпа в соли вам понадобится карп, лук, черный молотый перец, укроп, петрушка, морская соль, сливочное масло, яйца. Карпа не очищайте от чешуи, а только срежьте жабры и выпотрошите. Голову оставьте. Натрите карпа внутри и снаружи перцем. Нарежьте полукольцами лук. Лук, укроп, петрушку и сливочное масло поместите в карпа. В миске взбейте белки в тугую пену. Добавьте морскую соль или каменную соль. Вымешивайте в однородную массу. Расстелите фольгу. Высыпьте на нее слой смеси из соли и белков. На соль выложите карпа и засыпьте еще слоем смеси, чтобы не было просветов. Заверните карпа солью полностью в фольгу. Уберите из огня недогоревшие поленья. Распределите угли ровным слоем. Выложите на угли карпа в фольге. Сверху засыпьте еще одним слоем угля. Оставьте печься на 20 минут.